Ребят, я вот рад очень вас видеть, не буду говорить громкие слова. Желаю всем хвоста, не чешуи, хороших секторов, хорошей охоты. Пацанам хорошей охоты. Всем удачи. Давайте, поехали. Я хочу ребятам, которые вот всем вот этим вот занимаются, организаторским трудом, это жуткий труд. Самое главное, он неблагодарный, что самое интересное, еще самое обидное. Вот. И хотел бы выразить всем людям, нашим друзьям, нашим соратникам, которые занимаются организацией вот этих соревнований и привлекают, стали привлекать, это второй или третий год, да, делают соревнования для детей. Это просто 100 в гору. Вот. Олежику, супруге Олежика, Ларисочке, сыну, Олежечка. Джуниору. Вот. Маечку, которая тоже вот уже второй год, да, Майя, ты так упорно и настойчиво. А чего ты там стоишь в уголку? Как бедная родственница. Май, ну подойди вот. Ближе. Она просто не подойдет. Я хоть поздоровался с коллективом, в конце концов. Маечки, дай. Ребят, вы большие молодцы. Просто я снимаю шляпу. Это надо иметь такие нервы, блин, чтобы вот это все делать. Это Олег, конечно. Молодцы. Я хочу выпить и поднять этот тост за вас. Спасибо вам огромное. За вас, ребят. Лехаим. Лехаим. Молодцы. Спасибо. Вебаты с Рафишу. Не знаю, как он будет. Рыбы.